В областной столице, в общеобразовательном лицее «Региональный даузовский комплекс» состоялся последний звонок. На праздник по традиции пригласили родителей и добрых друзей учебного заведения. Тему продолжит наш корреспондент. Для выпускников общеобразовательного лицея «Региональный даузовский комплекс» наступил важный день. Сегодня последний звонок, после чего начинается интересный, вместе с тем волнительный период – сдача экзаменов, выпускной балл и поступление в вузы Тверской области России. Поддержать лицеистов, поблагодарить преподавателей за их труд пришли родители и добрые друзья учебного заведения, которому уже исполнилось 25 лет со дня образования. 25-й выпуск, он тоже юбилейный, и это очень знаково. У нас выпуск 28 ребят из 11 класса. И тоже такой уникальный выпуск, я бы сказала, поскольку претендентов на медаль у нас 6, причем на золото. За годы учебы лицеисты не только получили ценные знания, необходимые навыки для поступления в вузы, но и обрели настоящих друзей, с которыми было интересно учиться. По словам выпускников, в лицее всегда царила атмосфера уважения, творчества и взаимопомощи. Я учусь в лицее с 5 класса. Здесь я нашла очень много друзей, я думаю, с которыми я буду общаться и в дальнейшем. Отдельное спасибо хотелось бы сказать педагогическому составу лицея. Все учителя очень понимающие, с чувством юмора и очень понятно объясняют весь материал. Я очень благодарна лицею, и я считаю, что здесь работают учителя с большой буквы, которые являются не просто высококлассными специалистами-предметниками, но и потрясающими педагогами-наставниками. Они смогли подготовить меня к экзаменам по профильным дисциплинам, и мне даже не пришлось прибегать к услугам репетиторов. Последние минуты, как я буду школьником и ребенком, потому что дальше у меня экзамены. Я буду поступать в медицину. Планирую связать свою жизнь с этой наукой. Много напутственных слов прозвучало в ходе торжественной церемонии, в том числе и от первоклассников. Будущим абитуриентам пожелали набраться сил, терпения для того, чтобы добиться поставленных целей. А поступив в вузы, не забывать о родном лицее и наставниках, которые многому научили, дали билет в будущее. Какую бы профессию ни выбрали юноши и девушки, важно любить свою страну, малую родину, творить добро и чтить традиции лицея.